care e prețul abonamentului? Acum ai 59 de lei o intrare, dar dacă luați abonament, ies în jur mai 50. Noi ne înscriem, plătim, dar sunt datos. Da, șlaci, aveți tot ce necesare. Și dar nu trebuie certificat sau ceva? Nu, la copii certificat, dar pentru oameni matură. А ребенок справку, вот ребенок должен, прежде чем прийти, вот он должен у семейного врача вот такую справку. Eu am o întrebare mai personală. Dacă, de exemplu, eu sunt HIV-pozitiv, eu pot să vin la PSU? Asta la... De la... La... Astia. Людмила. Unde? Noi dăm drumul mai la... Какой человек? Человек с ВИЧ-СПИДом. У него ВИЧ. Нельзя, лучше не надо. Нельзя, да? Я не знаю, допуск от врача все равно нужен. А нам сказали, что не нужно справка от врача. То есть... Это учреждение. Не, понятно. Ну, допустим, я покупаю абонемент, да? И я говорю, тоже... Ну, а зачем вам этот самый такси был? Зачем вам так рисковать? Скажите, вы тоже, наверное, где-то подписывались о том, что можно, что нельзя? Они обычно... Они же знают пути передачи. То есть, если они знают, что ВИЧ не передается через в воде, воду, то да. Они... Ну, дают... в принципе, очень сомнительно, почему они половым путем переносятся, да. А через воду нет. Ну, смешно. Ну, нет. Вообще-то вирус не ВИЧ неустойчивый вирус, и он не долго не остается в нем. Ну, конечно, да. У нас полная школа, кстати, куча детей, ничего там не задавать, да. Но все равно не передается бытовым контактом. То есть. Он передается только через. Я же кровь. Живу уже 2 года с ВИЧ, и ничего нет, никакого риска нет. Ну, короче, говорите с врачом, потом подойдете. В зависимости от того, какая будет справка. Нет, в любом случае, если я буду плавать, допустим, выкупленный, буду плавать во время занятий детских, правильно? Я буду плавать отдельно. Да, вода-то остается. Да при чем тут вода вообще? Ну, не, а, не вы имеете в виду, что через есть воду... Есть врач, читает, есть врач. Ну, короче, перенесите справочку, я посмотрю ее, мы увидим. Хорошо. Спасибо. А, спасибо. Он там решает. Спасибо. Скажите, а... Можно записаться плавать, да? Вообще. Не, ну вообще я имею в виду. Можно, да? А что для этого нужно? А что для этого нужно? Желание прийти купить билет или абонемент. А сколько это будет? А сколько это будет обходить? Билет стоит разовый. Ага, месячный. Билет и месячный стоит 300 лей. 300 лей, да? А сколько? 3 раза в неделю. 3 раза в неделю. Ага. А скажите вот такой вопрос, а если я ВИЧ-инфицированный, меня будут пускать? То есть без проблем можно плавать? Я не думаю, что... Что вы делаете? Не будут. Не будут? Не я пустят? А что не пустят, наверное? Да. Ой, сколько сахара? Не, у меня без сахара. Вообще без сахара? Да, без сахара. И сколько водички? Половину. Вот да, да. Половину. Здравствуйте. То есть для этого не нужны какие-либо справки, там все такое, нужны, да? Конечно. Нужны, а какие? Справка от семейного врача, человек здоров, и ему не противопоказано плазма. Ага, и все. То есть а то, что я ВИЧ-инфицированный, не влияет никак на услугу? Если честно, то мы пока не столкнулись с этим делом.